Истории о войне и сегодняшней жизни ветераны рассказывали и на традиционной встрече с руководителями «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». По многолетней традиции в майские дни нефтяники вместе с ветеранами, которые раньше тоже были сотрудниками «Ноябрьскнефтегаза», собрались за праздничным столом. Победители, принимая поздравления с великой победой, которую они завоевали и за которую многие заплатили здоровьем, говорили, что отношение «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» к ним – это и есть настоящее сыновья забота о своих отцах, и что сегодня она им очень нужна. И принимают такое внимание к себе фронтовики и участники войны со слезами на глазах, как тогда, в 45-м, принимали победу. И, конечно, первый тост на этой встрече за праздничным столом за победителей. Мы, ваши потомки, ваши дети, ваши внуки, вас ценим, уважаем, любим. И мне хотелось бы в эти праздничные дни пожелать вам добра, здоровья, чтобы ближние и дети вас радовали, чтобы вы гордились своей страной, чтобы вам не было стыдно за нас. А мы для этого будем делать все для того, чтобы вы несли достойно высокое звание защитников и победоносцев. За вас, за победоносцев, за то, что вы сделали эту победу, за то, что вы принесли мир на нашу землю. За вас, дорогие. Всем здоровья, чтобы Бог послал. Чтобы никогда не было войны. Чтобы поменьше было злых людей. Чтобы поменьше обижали стариков. Все хорошо. Денег хватает. И всем обеспечивает. Самое главное, здоровье нужно. И чтобы не было войны. Чтобы на земле был мир. И чтобы у детей было все хорошо.